За время работы федеральной целевой программы «Жилище» 9 молодых семей получили финансовую помощь на приобретение жилья. Участникам программы стать несложно. Молодая семья должна отвечать трем основным требованиям. Нуждаться в жилом помещении. Возраст супругов не должен превышать 35 лет. И на момент подачи заявления семья должна подтвердить, что у них есть возможность взять ипотечный кредит или имеются собственные накопления в размере 65% от расчетной стоимости жилья. Евгений и Анна Бондаренко стали участниками подпрограммы обеспечения жильем молодых семей. Глава семьи не скрывает радости. Теперь при поддержке городской администрации получен денежный сертификат, а значит появилась реальная возможность достроить свой собственный дом. У нас есть коробка, как бы уже выгнана, да, мы внутреннюю отделку вот все планируем сделать, вот, рассчитать, чтобы нам хватило и побыстрее войти как бы в дом. Ну, хочется спасибо сказать жилищному отделу, главе города-курорта Анапа, вот, что как бы, вот эти все программы, все как бы работает. То есть нету таких обещаний, что не исполняется. Программа в Российской Федерации действует уже более 10 лет. Подобная государственная поддержка – настоящий спасательный круг для молодых семей. Здорово, что молодые семьи, перед которыми жилищный вопрос стоит очень остро, в силу того, что недостаточно собственных накоплений, недостаточно заработная плата, могут с помощью господдержки улучшить свои жилищные условия. И государство, понимая это, вот понимая проблемы молодых семей, в этом активно им помогает. Для участия в программе до 1 августа принимаются заявления на 2017 год. С 1 августа начнется прием заявлений на 2018 год. За подробной информацией и помощью в оформлении документов можно обратиться в жилищный отдел по адресу улица Крымская, 185. Как заверили нас в городской администрации, ограничений по количеству участников в программе нет.